На меланжевом комбинате в Иваново вошел в строй новый цех. Цех общественного питания. Столовая для рабочих предельного производства может обслужить сразу 500 человек. Здесь все продумано так, чтобы сберечь короткие минуты перерыва. Пообедать можно за четверть часа. Панно, оформленные по русским народным мотивам, мягкое освещение, удобная обстановка создают атмосферу уюта. А что касается основной продукции цеха питания, 120 мастеров поварского искусства, в распоряжении которых современное оборудование, готовят ежедневно самые разнообразные блюда. Thank you.